Для того, чтобы люди себя более уверенно чувствовали, мы подготавливаем место для укрытия. Часть людей, к сожалению, тех, кто считает нужным, уехали и уезжают, боясь за свои семьи, за себя, за своих детей, внуков. Не уезжают. Это абсолютно, я думаю, что эта ситуация, это оправдано. Нужно сберечь себя. Мы, в свою очередь, готовимся к защите города, готовятся к этому одесситы, строят баррикады. Все вышли на улицы, все одесситы вышли на улицы. Ну, по крайней мере, может быть, кто-то и занят какой-то работой, но те, кто свободен от работы, все выходят на улицы и помогают строить баррикады. Многие одесситы записались в подразделение территориальной обороны и формируют отряды территориальной обороны для защиты города. Поэтому военные занимаются своей работой, мы как гражданские, моя задача сегодня обеспечить безопасность мирному населению, обеспечить бесперебойную работу наших коммунальных служб, которые отвечают за жизнедеятельность города. И мы это справляемся. Мы заботимся о тех людях, которые не могут и нуждаются в помощи. Это люди с инвалидностью, это дети-сироты, те, за которых мы несем ответственность. Органы попечительского и администрации. Мы обеспечены запасом муки, зерна и муки, то есть хлебобулочными изделиями. Мы обеспечены продуктами питания. Поставка воды продолжается, электроснабжение есть, и тепло в домах есть.